зовут Константин Гризов, я сопредседатель оргкомитета Пласфорум. Самое главное, мы ожидаем большое количество делегатов, минимум 1500 делегатов. Мы пригласили на этот форум спикеров международного уровня. У нас будет выступать Акылбек Усенбекович Жапаров. Он расскажет, как со стороны вообще государства они смотрят на цифровизацию, какие у них, соответственно, цели и задачи. Мы уверены, что Пласфорум будет еще больше посещаем и решит задачи всех участников рынка получить ответы на свои вопросы. Наверное, приятно. Развитие и цифровизация вперед. Крутая площадка. Единство, объединение. Цифровое решение. Партнерство. Для меня это коллаборация. Для меня это нетворкинг. Более 1400 участников, они дают нам новые импульсы, новые идеи, возможности приобретения новых друзей. Сейчас мы переходим на новый этап цифрового взаимодействия. Мы здесь увидели очень хорошие примеры того, как финтех и гофтех ведут к росту оказываемых эффективных финансовых и государственных услуг для населения. Такая площадка как раз нам позволяет обмениваться мнениями, получать какие-то новые информации, которые мы могли бы для себя использовать. Тоже становится традицией, это радует. Количество гостей становится больше. Темы действительно такие прям трендовые, очень важные. Мы совсем не отстаем от ведущих форумов, за которыми мы следим. Количество участников и спикеров с хорошими докладами тоже очень сильно радует. Видно, что Пласфорум растет. Как площадка набирает обороты. Более 30 стран представлены на этом Пласфоруме. Количество участников 1500 – это тоже по сравнению с предыдущими мероприятиями хороший рост. Это впечатляет. Приятно видеть, что аудитория под конец подтянулась. То есть никто до конца не уходил. Даже, по-моему, на задних рядах не хватало стульев. Несмотря на то, что это третья сессия. Несмотря на то, что это после обеда. Год назад, ровно здесь, ровно в этом же помещении, мы анонсировали, что мы стартуем. Мы заявились тогда, и сегодня мы рассказывали о своих успехах. Старались рассказывать без пафоса, не рекламируя особо себя, просто рассказывая, ну, то, что мы сделали. На самом деле очень много подошли людей, чему я очень рада, потому что с интересными вопросами подошли, с предложениями подошли о сотрудничестве. Я думаю, что мы обязательно продолжим наше общение. Я смотрю за коллегами, смотрю на другие практики, это так происходит легко и хорошо. И мне интересно, почему у нас было не так. И меня удивляет как количество выступающих спикеров, так и количество тех, кто пришел, потому что на самом деле давно не видела настолько масштабных профессиональных мероприятий.